И у нас бонусная рыба. Давайте покажем бонусную рыбу. Только очень аккуратненько, пожалуйста. Вон она. Вот он бонус. Давай, 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 давай. Есть. Так, у нас 12 часов ночи, подписчик под моим чутким руководством превзошел уже учителя, ну, рыбу держать еще не умеет, пальцы торчат у него, да. Но тем не менее, да, доволен? Конечно. Громче! Мастер-классы карповой кукурузы проходят не зря, сейчас мы его взвесим и узнаем, сколько он весит. Ставим на 5,5. Держи весы, что у нас там, нолики. Там есть ручки, да. На ручках есть колечки. И ко мне лицом табло поднимаешь и показываешь. Ага, опускаю вниз, весы вырубились. Опусти, опусти мешок. Опусти полностью, чтобы весы обнулились. Нолики теперь поднимай. У нас там 7200 минус мешок кило 300, короче, накинем тебе 6 килограмм. 6 килограмм радости. Выбрасывай весы и пошли его выпускать. Давай, давай, давай. Все, выпускаем нашего сазана, рыбу. Что у нас приятней отпускать, чем забирать. Что, нашел? Ушел. И довольное лицо нашего подписчика. Подписываемся на канал, ставим лайки. И стой, повернись ко мне. Подписываемся на канал Старладера. Во всех социальных сетях. Первая интеграция. Пока бесплатная. Что, у нас ночь. Новая рыба. Рыба-белочка, назовем ее. Выруби ее. Двоечка. Это белка рыба, реально белка. Короче, вы ее увидели, все, а и давайте взвешивать и все. Ну, большая рыба и большая, 6 килограмм. Я бояться рыбы уже. Там были нули. Что показывают? 7100. Белка, порода ставок. Какая-то. Дурная белка, а нужно тебе и стрелку. И в космос их запустить. Это самый быстрый уход. Все, приятно. Приятно отпускать, а не забирать. Ловим дальше. И я поймал рыбу. Учитель догоняет учеников своих. Но я сегодня только по зеркальному. Ай, 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 ай. Прям в глаз. Давай покажем его. Вот так. Ну, пятерочка. Пятерочка, но это спортик. Буйная пятерочка, спортик. Да, с подбитым, кстати, боком. Ну, покажи, ли там дыра какая у него. Кто-то его не любил. У нас же все есть. Мы же карповая кукуруза. Спасаем карпов. Все. Вот тут красненькая еще. Взвешивать не будем, потому что мы и так знаем, что это 10 килограмм. Отпускаем его в ставок.
как можно быстрее. Побежали, побежали, побежали. Буйный. Все, мы помним, да? Рыбу приятнее отпускать, чем забирать. И ловим новых рыб. Подписчики ловят, мы ловим, все ловим. Ура! У нас рыба идет одна за одной. Рыба идет небольшая. И большая, и небольшая. В основном зеркальная. Ну, очень бойкая здесь, кстати, рыба. Вот пришел такой. Это где-то пятнашка, да? Короче, опять побитый. Наверное, это в силу того, что все-таки здесь любят эти пружинки. Мы сегодня поймали две пружинки. Точнее, как пружинки плыли у карпа во рту, а он нас ловил крючками за наши лески. Поэтому рыба, да, здесь сильно побитая, но мы лечим. Ютуба хейтер, все для тебя. И с другой стороны. Да успокойся! Там хвост же побитый. Все запшикали. И пару капель в рот, там, где был крючок. Да. Побежали быстрее ее отпускать. Бегом, 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 бегом. Офигенно, я чуть отпустил. Чуть не потерял. Побежали. И рыбу у нас что? На нашем канале, по крайней мере. Приятнее отпускать, чем забирать. Давай, приходи в себя, бешеный карп. Лицо вперед. Приметы плохие. Давай, давай, давай. Какие можно сделать выводы? Здесь ночью рыба очень активная. А днем меня слепят профессиональные прожекторы. А днем рыба здесь почему-то тузло идет, но тузло дурное, оно и ловится. А крупная рыба, ну больше пяти, назовем ее так, где-то чилит. А ночью из чила выходит, вот мы ее ловим. И сейчас важный момент, подписчики тут радуют нас своими прожекторами. Блогеры, профессиональные, у вас такое есть? Получается как днем. Все освещается. Вот такая стойка. Не знаю, метра три. И свет как днем. Да, там плохо снял, вот такая стойка. Какой-то штатив. Профессиональный, да? Говорят, да. Ну, лампы снимать бессмысленно, да, там миллиард люменов. Я правильно говорю, люменов? Ну, короче, чем-то оно измеряется. Аккумулятор, пульт управления. Как называется, потом сами прочтете. Короче, вот, чтобы ночью снимать, нужны вот такие штуки. У меня их нет. Есть только у подписчиков. Все, до новых рыб. Еще один стёб засчитан. И у нас 5 утра. Одним за одним. Одним за одним, да. Подписчик поймал карпа на 23 килограмма. Похоже, да? Ну-ка, без 20. Без 23 килограмма, да. Наслаждается им. Брызгал как-то. А что ты хотел брызгать ему? Просто карпа? Вот. Это моя школа, научил уже. Нашли ранку в обшикале. И с разворота его в ставок. Почему? Потому что рыбу мы всегда отпускаем. Да. Погнал зеркальненький. Доволен, подписчик? Подписываемся на канал. Лайк. Старладера.
Так, доброе утро. Школа карповой кукурузы начинает давать первых выпускников. Ребята вчера еще не умели ловить, а сегодня вот у него карп килограмм на... Короче, такое, ладно. Много для него, это много, он счастлив, сейчас взвесим. Думаем, килограмм 5. Ну, не томи. Потом нолики были. Да. Шесть триста. Все правильно, 5 килограмм, как я и сказал. Итак, наши выпускники. Ярик поймал 5. А ты поймал сколько? 6. Масток 6, 6 килограмм рыба лидирует. Все логично. Все сложилось. Выпускаем рыбу. Так, ну давай. Ну и рыба по классике отправляется в ставок. Да? Потому что с рыбой лучше делать? И приятнее. Отпускать, а не забирать. И у нас вот такое доброе утро. Собирается какой-то дождь, гроза, дует ветер. Наверное, еще помогнем сегодня. И выпускники Академии Карповая кукуруза поймали еще одну рыбу. Что там, огромная? Говорят, да. Точнее, нет. Вот так. Совместная работа. Приятно смотреть, как твои ученики. Да. Выматывают в фрикционе, тянут не удочкой, а тянут катушкой. Это мы, наверное, не проходили, или они забыли. А, это следующий урок. А, этот курс не оплачен еще был. Ярик, ну тяни удочкой, а подматывай катушкой. Короче, долго снимать, пойду я сам половлю, наверное. И да подснимем вываживание. Вот, командная работа. Давай, давай, давай. Не. Ну, борются. Есть. А ну, подними его чуть-чуть. Хороший. Пойдем сейчас взвешивать, делать фотосессию. Сейчас покажу вам, что поймали мои ребята. Есть наша рыба в мате. Давай, показывай ее. Хвостом зацепилась. Ну, такой. 8-9, 8-9. Счастлив, доволен? Конечно. Ну, фотосессия. Так, освежили, чтобы веса набрал больше, да? Хороший. Давай. Да я тебе все расскажу. 9200. Ну, короче, 8. Тебе накинем за старание. 8. И погнали. У карпа выпускной. Весы намочил, это чудесно. Давай, давай. Где-то не ту сторону пошел. Выпускать туда, вправо. Ну все. На свободу. Потому что рыбу приятнее отпускать, чем забирать. И красоты трофейного. Так надо и мне что-то поймать. А то я только снимаю, да рассказываю всем все. До встречи с моей рыбой, я надеюсь. И у нас бонусная рыба. Давайте покажем бонусную рыбу. Только очень аккуратненько, пожалуйста. Вон она. Вот он бонус. Давай, 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 есть. Подсак, кстати, мы где-то потеряли свой. Хорошо, что есть ребята со своим подсаком. Я думаю, он здесь, вот, мочки. Класс. Плавает. Подожди, стой, стой, стой. Давай, туда его. Ай. Подсак прилетел мне в голову. Извините, это все эмоции от карпа кои. Как-то оно
Ну, в общем, ладно, сейчас покажем. Давай, даю. Давай, карпакой. Выпускаем? Да. Это всегда приятно такую рыбу поймать. Он честно боролся. В другую сторону карп, в другую. Все, уплыл. Он же кое. Ну, это такое прекрасное... Прекрасное завершение, рыбалка подходит к концу, и у нас такое прекрасное завершение с карпом кои. Всегда в радость. Так, ну и после пойманного карпа кои, нам уже, мы поймали здесь и бигфиш, и кои, и мы настолько, наверное, уже крутые рыболовы, что мы просто ловим чужие удочки, которые плавают по ставку. А и подержите, чтобы это красивый видос снять. Вот так, есть. Быстренько. Не быстренько. Старался. Мастерски же затягиваю. Старался. Есть? Вон там. Как его теперь размотать-то? Только давай не будем резать, да? Давай. Там же рыба. Там, ну куда она уже денется-то? А, вот все, я понял. Давай я буду разматывать, а ты рассказывай. И бери удочку. Ну давай, разматывай. Ага, рыба. Нету? А рыба ушла. Серьезно? Угу. Так, все, да. Ну, на трофейном озере ну, трофейные палки. Главное, что... Ну, порвала, порвала леску. Наверное, большая была рыба на поплавочку. Какая ловится? Килограмма два? Да. Подожди. Нет, там зацепилась. Ладно, все, стоп, съемка, что мы снимаем ерунду. Наша рыбалка подошла к концу. Мы здесь провели две ночи. Ну, переехали вечером. Был смазанный заезд. Кучу новостей о том, что здесь, кажется, сменились собственники, и старый собственник нас засунул на мосток, где ловить практически невозможно. Не об этом. Рыбалка. Немножко смазала еще первая эта рыба, рандомная, пойманная, 14 килограмм, как бы сразу так раз. Но мы знаем, что здесь там максимальная рыба, и типа выиграли. Но руки не опустили, ловили мы рыбу. Тузло мы не снимали принципиально, потому что здесь, как раз на этом мостке, на седьмом, есть возвышенность пупок. Откуда идет бесконечное количество этой рыбы, там 2, 3, 4, 5 до 5 килограмм вообще не снимали. Потом к нам приехали ребята знакомые мои, также с ними ловили, потроллили друг друга. Я их чуть подучил чему-то, они меня чему-то подучили. Очень порадовал нас пойманный карп, который плыл с этой пружинкой, который поймал нас за леску, и мы его поймали. Также поймали всю удочку, поймали карпа кои. Кстати, был толстолоб ночью большой у ребят, не смогли вытащить, у них сорвался. Но здесь есть толстолоб, оказывается, он был огромный. Такой огромный толстолоб. На самом деле нет, но килограмм, наверное, 5-7 он здесь был. Откуда взялся, непонятно. А вот это, кстати, сейчас стройка идет. Да, отдельный момент. Здесь будут полностью сменились собственники и будет полностью новый водоем. Все поремонтируют. Это очень радует, потому что по живописности это один из лучших водоемов. К сожалению, стройка. Поэтому подписываемся на канал, смотрим видео с наших прошлых рыбалок. Это была карповая кукуруза. До встречи на других водоемах. Пока!